вызове. В этом выпуске журнала Лиги Чемпионов. Пять команд в Лиге Чемпионов. 32 тренера из 18 стран поведут свои команды к успеху. Тренеры представляют Италию и Португалию. А уже. Наш футбол должен быть подвижным и эмоциональным. Чтобы атаковать и контролировать игру, насколько это возможно. Больше всех матчей у Пепа Гвардиолы. Стиль – это самое прекрасное, что может быть. В Лиге Чемпионов. Мне нравится то, что футбол... Самый молодой тренер – это Юлиан Нагельсман. Я хочу и требую от игроков. Для 8 тренеров это будет дебют Лиги Чемпионов. Я учился у сэра Алекса, это потрясающий опыт. Я всегда многому учил. Водили свои команды к титулу, а семеро выигрывали. 12 тренеров работают с командами, с которыми они раньше играли. Видите этот результат? Это опыт, и делал это трижды подряд. Никто пока не может. Тренеры. Они так в Гвардиола и Зинедин Зидан выигрывали этот трофей, как игроки. Знаю, что я справлюсь. Произошло слишком быстро. Меня спросили, хочу ли я быть тренером первым. Не было времени подумать об этом переходе из молодежной команды в основную. Занял его место. Время в нужном месте. В заключительном сезоне он пробился с Ювентусом 7 трофеев. Пирло провел за Ювентус 164 матча. Больно. А выигрывать – это фантастическое чувство. Мне посчастливилось играть в 4 финалах Лиги Чемпионов и 2. Пирло добился в Милане. Он 3-жды играл в финале и 2-жды выигрывал трофей. В 2015 году его команда уступила Барселоне. И я мог участвовать в решающих моментах. У меня был свой стиль игры. Его движения были элегантными. Поле и техника. Он делал тонкую, это тяжелее. Быть тренером. Когда ты на поле, теперь я смотрю на игру с бровкой. Мне повезло, я работал с замечательным против киевского «Динамо». 4 сезона команда не может преодолеть четвертьфинал. Пирло должен помочь Ювентусу добиться успеха в лиге. Никакая другая мотивация не нужна. И не нужно даже называть этот турнир. Всех я что-то перенимал. Время с Барселоной. Если ты забиваешь победный мяч, конечно, ты герой. Это было потрясающее чувство. Первый кубок чемпионов. С Рональдом Куманом, который сейчас тренирует эту команду. Первый кубок чемпионов Барселоны. А Пирло вернулся в клуб, где он считается легендой. Я также помню матч, помню, как мы выиграли у Манчестер Юнайтед, кажется, 4-0. Великолепные воспоминания о тех временах. Как и многие его бывшие товарищи по команде и соотечественники в Еврокубках. Ворота Порту в полуфинале, когда вратарем был Витор Баия. По-моему, мы выиграли 4-1 в Барселоне. Нужно иметь две родины. Я голландец, но, наверное, я немного голландец. Куман стал тренером, закончив карьеру игрока. Сабоне 2-8 от Баварии. И Куману необходимо... Куман принял команду, которая еще не оправилась от бегать, и тогда... Иногда тренеры все усложняют. Поражение. Команда не играла как команда. И сейчас, если вы не играете как команда, вы не выиграете. Мне кажется, что и... Для меня им нужно проделать множество различной работы. И это очень сложно для молодого. Нет, играть в умный футбол, в умный игру. Он видит все ситуации на... Она думает о том, как бы отомстить. Третье место в сезоне до того, как я пришел в команду. Алле.
мне нравится. Рекорду. Тренер, который добивался успеха в Лиге Европы. И иное чувство – выиграть такой трофей. Мы здорово играли как команда, мы добились результата, все трофеи. И это помогло моей карьере с не первый сезон. Я заплатил за это. Я не был гибким, был слишком упрямым. Я пострадал из-за своего упрямства. У нас была фантастическая команда. И с точки зрения мастерства, мне было очень просто адаптироваться. Зенит. Россия. Россия. Меня здорово приняли в плане мастерства и командного духа. Потом мне хотелось вернуться в Европу. К тому же это... Марсель был для меня новым. Олимпик Марсель сыграет с Порту, Манчестер Сити и Олимпиак. И прекрасными болельщиками, очень страстными. И это мой родной город. И это клуб, который я хорошо знаю. Но никто не доигрывал Кубок чемпионов. Хайнкес, Флик. Но эффект оказался незамедлительным. Назад он стал тренером Баварии. Его задачей было успокоить. Стремительного успеха, как Ханси Флик. Может реализовать свой полный потенциал. Как мы этого добьем? Потому что это игроки выдающиеся. Удовольствие от того, что вы делаете, то у вас все получается, и вы чувствуете перед собой задачу. И, конечно, мы ставили перед собой задачу. Это сработало. И мне кажется, что игроки бронятся. Однажды игрок спросил меня, тренер, а не слишком ли это не изменило нам и в день финала? Мы верили в нашу силу пройти до конца. Это стало нашей целью. И все хотели выиграть. Ну, а после победы над Барселоной мы ставили перед собой задачу. И, конечно, мы ставили перед собой задачу. Именно этого мы и добивались. Бавария за нашу работу. За то, как команда за шагом. Но мы принимаем этот вызов. Это одна из наших задач. Все матчи в Лиге Чемпионов. Искал книгу о том, как правильно выбрасывать мяч из аута. Футбольными аутами. Я командами. Два года назад Ливерпуль начал ауты. Как правильно выбрасывать мяч. И игроки... просто стояли на месте. И я помню первые занятия, что до сих пор я поработал с бросать дальше и умнее, и быстрее. У нас есть три зоны, таким образом, это очень опасно. И этим занимаются многие команды. Умной философией по точности бросания мяча из аута. Вот, например, зона защиты. Мы под давлением. Это всего лишь частные случаи. Частные. Тут взорваться мозг от всего этого. Им командам также помогал Томас Грёнемарк. Не только с Аталантой в группе Д, но и с Аяксом и с Мичеллом. А на следующей неделе Жюльен Стефан и его Рен, дебютанты лиги.